Медики ГИБДД и прокуратура объединились в борьбе с неадекватными водителями, а именно осуществляют надзор в сфере безопасности дорожного движения. Соответствующие сверки с медицинскими учреждениями проводятся, выявляются лица, которые имеют соответствующие заболевания и одновременно право на управление транспортным средством. Провели проверку и установили, что на дороге есть такие водители. Установлено, что лица, имеющие право на управление транспортным средством, стоят на учете в психоневрологической службе с диагнозом наркомания и алкоголизм. С целью прекращения их права на управление транспортным средством прокуратура района обратилась в суд. Фемида встала на сторону безопасности граждан. 6 человек, имеющих диагноз зависимости, были лишены водительских прав. Татьяна Балунева, Анжелика Бровинок. Наше время.